spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная серия безинерционных катушек от итальянской компании Allux. Это универсальная модель Calypso Spin в размере 3010. Ее вес равен 272 грамма, а передаточное число составляет 5,2 к 1. Давайте поближе и рассмотрим. Катушка имеет современный стильный дизайн и выполнена в оранжевом цвете с серебристыми элементами. Может использоваться как при оснащении спиннинга, так и легкого фидера. Основные детали корпуса делаются из прочного композитного материала. С целью снизить лишнюю вибрацию во время вращения ротора применяется его компьютерная балансировка. Плавность и мягкость хода обеспечивается за счет установки 10 подшипников. Из них 9 штук шарикового типа и один роликовый. Система Infinity Anti-Reverse помогает защитить механизм от случайного проворачивания в обратном направлении. Основная перфорированная шпуля изготовлена из алюминия. С целью обеспечения более дальнего заброса приманки она сделана в форме конуса. Для крепления лески предусмотрена компактная пластиковая клипса. Лесоемкость составляет 140 метров монофила толщиной 0,20 мм. Отметим наличие ролика лесоукладывателя с титановым покрытием и функции противозакручивания. Фрикционный тормоз с микрорегулировкой имеет переднее расположение. Как и большинство катушек, представленная модель снабжена рычажком реверса в нижней части, при переключении которого ротор вращается не только в режиме намотки, но и в обратном направлении. Металлическая ручка оснащена плоским прорезиненным кнопом и имеет возможность складываться на время хранения или при транспортировке. Для этого необходимо ослабить фиксирующий винт с противоположной стороны. При необходимости ее можно переставить на другую сторону, сделав из праворукого варианта леворукий или наоборот. В комплектации предусмотрено наличие еще одной шпули. Она также сделана из алюминия, но имеет большую лесоемкость. Может использоваться как запасная или для намотки шнура с другими характеристиками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.